Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдис Али, добро пожаловать в новую серию самой лучшей семьи на этой планете! Едечка, женушка моя, сынишка Антончик мой, самая дружная, веселая семья в мире! А почему я настолько рад? Потому что я вернулся из Португалии. Кто не знает, я записывал ролики наперед, я их выкладывал наперед, и вот буквально недавно, день-два назад, я вернулся домой, и наконец-то я смогу для вас проводить стримы, выкладывать ролики прям... нынешней свежести, можно и так сказать. И рад то, что я наконец-то к вам вернулся. Потому что я, ребят, по-моему, очень сильно соскучился. Вы себе даже, мать вашу, ёпты, прям в жопу не представляете как. Женушка, сынишка, все нормально. Мы отправляемся в самое прекрасное путешествие на этой планете. Вопрос. Антон! Ты собрал портфель! Все у тебя нормально! Скоро школа, если вы не знали, ребята. Да. Еще две недели. Ты чё так... Антон, ты опять мячик потерял! Антон, мячик забери! Забрал мячик! У меня деньги не на деревьях растут! Твой батя потным, тяжелым трудом зарабатывает эти деньги, покупает тебе мячик! Ну, собака... Ладно, ничего важного, хорошо. Отработаешь, Антон. Извините, я не увидел, что там было! Подождите, там какое-то минное поле или что, не могу понять? Что там было? А, там реально мины. Если вы сейчас задаетесь вопросом, почему я с хвостиком, не обращайте внимания, просто мне вот в данный момент так удобнее. Потому что у меня все тело сгорело, я весь красный, даже лоб сгорел, и мне сейчас даже больно к нему прикасаться. Поэтому будет вот так! Пока у меня лоб не пройдет. Да почему эта фигня подлетает вверх? Ребят, в смысле, какие катапульты или что это? Бомбы какие-то, так нужно спрятать. Да дайте я спрячусь. Мы жену потеряли. Жена, держи. Антон, хотя бы ты держись. Антон, держись. Антон, я только сейчас заметил то, что ты девочка, не Антон. Пока меня не убили. Тихо, спокойно. Ребят, пока меня не убили, я хочу вас попросить поставить огромные лайкусики прямо сейчас, пожалуйста. Давайте наберем 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что я сразу же выпущу продолжение. Ребят, вы меня часто просите выпустить эту игру про самую крутую, самую лучшую семью на этой планете. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкусик, 25 тысяч лайков, я сразу же выпущу продолжение. Пожалейте Антона, который в данный момент девочка, но он вроде как бы родился мальчиком. Хоть я вообще не помню, когда он родился. Я не помню, чтобы моя жена даже... Я не помню, чтобы у меня вообще жена была беременна! Откуда у меня семья? Слушай, как вы меня заколебали, почему это все заново? Почему меня убивают постоянно? Плохо припарковался. Разгон, тут самое главное, нужен разгон. Нужен разгон и не наехать на вот эту хрень. О, все нормально. Да хватит меня стрелять, мы Антона потеряли же, и жену потеряли, и себя потеряли, я тоже умер. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы разберемся, сейчас мы... Ядрёна мать, как все сложно, а? Антон, ты опять прыщик выдавил? Все нормально, Антон? Там немножечко кровушка, видишь? Там немножечко кровушка, Антон. Я не понимаю, что у тебя такое там происходит. Главное не наезжать на вот эти фигни, потому что они тебя сразу же убивают. Куда? Чё за парковки, не могу понять. Столько всяких... стен и столько всяких мин. Как мне на эти мины? Ай, как мне на эти мины? Не надо катапульты, не надо, дайте я еще разверну. Убили. Все нормально. Все. Да твою ж то мать. А, жена, подожди, мы аптечку потеряли. Видишь, там аптечка возле мины. Жена, вот там аптечка, вот посмотри вот налево, вот аптечка, жена. Мне кажется, да, тебе точно пригодится. Жена, ты почему-то с машины выпала. Антон, ты где? Антон, подними аптечку, пожалуйста. Спасибо. Да хватит летать, чё ж вы такие? Не нравится вам в этой машине, дорогая машина, чё вам не нравится? Батя её в ипотеку вообще взял! А вы смотрите, батя, не хочу в этой машине кататься, батя, купи... Ядрёна мать, чё такое? Батя, купи фера... Твою мать. Нормально. Потерял всю семью, но я еще жив. А сейчас нет. А нет, всё нормально, всё жив. Да твою мать, дайте мне на чекпоинт заехать! Я еще жив? Ну, вроде что-то... Антон, выйди с машины, подтолкни, пожалуйста. Будь хотя бы в чем-то полезен. Антон, выйди из машины, подтолкни машину сраную!
Вот. Прекрасно. Молодец, Антон. Так, отправляемся дальше. Чё за дьявольская парковка? Не могу понять, а? Во-во-во-во! Антон, я тебя опять буду сам воспитывать. Да твоя ж-то мама ушла от нас, оставила нас одних на этой дьявольской парковке. Я не знаю, как нам сейчас выживать, Антон, что нам делать? И куда мне ехать? Наконец-то я поеду туда, где катапульт или что это такое. О! Дрифт навалил! Какой дрифт? Тут даже прохода нет, Антон! А нет, есть. Все нормально, потихонечку едем. Все, приехали. Куда мы приехали? Ёперсете, я не ожидал. А тебя там не жмет сзади? Да нет, нормально, все, машина. Прекрасная машина, страховка все оплатит. Вы главное держитесь, пассажиры мои. Я не заметил то, что тут мины были. Все, все. Все нормально, 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 вы держитесь, там самое главное, держитесь. Так. Ёханый баба. Главное аккуратно проехаться, главное не наехать на мины, и чтобы все было у нас хорошо в этой жизни. Отправляемся на второй уровень нашей парковки. Жена, все нормально. Вот их. О, там. Твою мать! Жена, ну давай выйди из машины, забери вот эти мины сраные. Я не понимаю, что их тут раскидали. У нас тут военные объекты какие-то на парковке. Я всю жизнь тут паркуюсь. 100 лет уже живу в этом же посранске. Ни разу не видел, чтобы мины тут у нас на парковке были. Оу, ребят, с вами там все нормально? С вами все... Я не взрывал эти мины, чур, это не я был. Чувак! Михалыч! Ты что там... Ну, я... А я даже не заехал на чекпоинт, я хотел сохраниться. Твою мать. Кто тут эти мины наставил, не могу понять. Так... Тихо! Кто там дебил? Михалыч, дебил! Или кто? Михалыч, жена твоя придурочная! Ты мне мог сказать хотя бы то, что там мины были? Ну чё же она у тебя отправилась на мины, на минное поле, а? Семья дебилов! Всегда знал, что соседы у меня дегенераты, а? Никогда этого в лицо им не мог сказать. Вот сейчас сказал! Вот сейчас... Людмила! Ты дура! Михалыч! Жену себе дуру нашел! Если в комментах есть Людмила, и также если в комментах есть Михалыч, я никого не хотел оскорбить. Сложно вообще вводить машину, поэтому никогда не сдавайте на права, пожалуйста. А мне нужно было сюда? Я не знаю, мне нужно было сюда отправляться. Антона потерял. Нет, мне кажется, мне не нужно было сюда отправляться. Как я отсюда выберусь? Антон! Не, мне кажется, мне вообще не нужно было сюда. Это конец мира, да? А мне нужно... Женушка, ты руки вверх не поднимай. А, нет, все нормально, хорошо. Полетели! Токийский дрифт по стене! Отпусти... Что ж это так сложно? Опа! Опять мячик потерял. А ну ядрёна мать, Антон! Так, все нормально, все нормально. Прекрасный финиш! Мы с вами справились с нашей задачей. Ладно, мне кажется, еще один раунд можно проехаться, потому что, ну, я только начал разминаться. Жена, Антон ждут от бати хороших приключений на свою строкотанцию, поэтому батя им сейчас устроит эти самые приключения. Учитывая, что я такой плохой батя, по словам Антона, каждую ночь на меня мамки жалуются, я решил отправить его в Диснейленд. Но не простой Диснейленд. А для взрослых. Антон, учись. Учись взрослой жизни. Учись, как убивать людей. Учись насилию. Учись, как стать батей. Ты хочешь быть, как я? Ты хочешь быть, как я, Антон? Я знаю то, что я являюсь твоим кумиром, Антон. Будь как батя. Будь как батя. Батя плохому не научит. Чё-то под колесами там не мешало, но ничего страшного. Люди, ну, мать вашу, ну, как бы вы сами все понимаете, тут движение, тут у нас шоссе, МКАД, а вы, ну, чё ж это такое, не могу, ну, как, ну, вообще, ну,
эгоисты просто, эгоисты. Стали посередине дороги, не дают Эдисону проехать. Ну, настоящий... Ты что-то сказал? Я слышал, ты там... Ты что-то сказал? Ты что-то сказал? А, ты ничего не говорил? Ты просто чихнул? Чихать нельзя в моем присутствии, я вас научу хорошим манерам, сволочь! Смотрите, Диснейленд. Тут можно боком на... Хороший Диснейленд сразу так проехал. Ни хрена себе, Антон, ты знаешь, у тебя батя Шумахер! Да, это будет больнее, нежели просто прыщик выдавить. Я б сам такого не хотел на себе испытать. Да твою мать вашу! Все нормально, Антон просто голову потерял, а так вроде жив-здоров. Все нормально, в школе девки по нему сохнуть будут. Вообще парень красавец, хоть и без головы. Да куда? Ой, извините. Да хватит меня бить молотками эти сраными! Заколебали дьявольские молотки! Уезжаем все. О, тихо, держитесь, семья, держитесь, все нормально. Ай! Да, это тоже больновато было. И так, подождите, что у нас вот тут? Тут у нас какие-то прыжки. Опять мячик потерял. Ядрёна мать. Нет! Чё это? Да. Ай. Сюда будут отправлять тех, кто плохо учится, поэтому скоро начинается школа, учись хорошо. И если ты вздумаешь... Да твою мать! Если ты вздумаешь плохо учиться, я с тобой сделаю вот так. Подожди, вот, не вот так, а вот так. Вот так я сделаю с тобой. Поэтому хорошо, нужно хорошо учиться. Вот, еще раз так с тобой сделаю. А потом вот так сделаю, а потом вообще вот так. Вот, если будешь плохо учиться. А сейчас, на самом деле, просто дайте мне пройти. Я понимаю, что это слишком сложный уровень, но как? Вот, я газую. Да хватит меня бить! Хватит меня бить! А, все, я прошел. Я молодец. Твою мать. Антона потеряли, но ничего страшного, второго себе заведем. Отправляемся дальше, женушка, все нормально. Смотри, сколько мы с тобой уже чекпоинтов прошли. А, все, тут финиш. Мать вашу, хреновый какой-то финиш. Не в ту сторону финиш мне нужно был. Затопчите меня, пожалуйста, молоточки. Ну просто убейте, я не в ту сторону пошел. Ну, твою мать, ну... Ну, пожалуйста, ну, спасибо. Просто вперед и просто остановиться. Вот, просто вот тут, все. В смысле?! Подождите, а куда мне нужно? Вашу мать. Так, ладно, я понял. Мне нужно просто тут немножечко так скатиться. Вот прям, оп, не скатиться, а вот... Ой. Да, с моей семьей все хорошо. Немножко просто в вентиляторе нас покрутило, а так все нормально. Кто бы сомневался? Хочешь быть моим сыном или моей дочерью? Кто бы сомневался? Все хотят быть моими детьми. Конечно, самый лучший папа на этой планете. Обращаюсь к своей будущей жене. Тебе со мной очень повезло. И дети у нас будут просто достиж фантастик. А сейчас, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. И если тебе все же понравилась эта серия, если хочешь продолжать, ты всегда знаешь, что нужно делать. Наберем 25 тысяч лайков прямо сейчас, я обещаю то, что сразу же выпущу новую серию продолжения нашего путешествия с моей семьей, прекрасной семьей и нашего симулятора самого хорошего отца. Не будь ленивой сракотанцей, как я говорю, потому что все всегда зависит только от тебя. Если подпишешься на канал, если поставишь лайкусик, я сразу же выпущу новую серию. Я никогда не бросаю слова на ветер. А сейчас я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.